Я рад приветствовать всех и хочу вам представить наш новый курс. Я его назвал «Глиноведение». Этот курс будет разбит на несколько циклов. Каждый будет понемногу усложняться и появляться будут предметы все более интереснее и интереснее. Первый же цикл будет направлен на то, чтобы вы могли почувствовать этот древний материал, глину, могли ее использовать и как-то взаимодействовать с этим материалом, чтобы создавать вот подобные вещи, которые здесь у меня представлены. Это будет как раз наша начальная входная работа. Глина, конечно, материал очень древний, но при этом до сих пор и еще много веков вперед он будет у нас везде занимать во всех сферах нашей деятельности очень важные места. Почувствовать этот материал, наверное, будет самое главное. И когда вы его почувствуете, а я вам в этом очень хорошо помогу, вы сможете создавать не только эти вещи, вы можете делать предметы интерьера еще более сложные, еще более интереснее и красивее.